Всем привет, мои хорошенькие, с вами снова и, как всегда, миссис Анна Чарли. И я вас рада приветствовать в новой серии династии Нутсоубери. Как вы могли заметить, по небольшой катсценке прошло 10 дней. И эти 10 дней наша прекрасная Миночка провела с пользой. Ну и, в принципе, я вместе с ней. За эти 10 дней мы так немножко с ней прокачались до 5 или 6 уровня, если я правильно помню, карьеры. Это очень плодотворно. Также у нас сейчас просто мусорка в нашем багаже, всяких там предметов коллекции и прочего, прочего. Но, ладно, это все лирика. Самое главное, конечно же, вот так вот мы с Миночкой выкрутились из этой проблемы. Самая главная наша проблема, то, что мы не могли с вами найти молодого человека. Да, а род-то как-то нужно продолжать. Но как по-другому, да, ребята? Как по-другому продолжать род? Да, нам нужен был молодой человек, и вот с... кооперировавшись вместе с нашим другом, кстати говоря, Марк, между прочим, правда, стал Миночке другом, очень так хорошим. Мне подфартило то, что у Марка тот уровень ученого, который именно мне нужен для того, чтобы создать клона. Именно идеально 8 уровень. Ребят, это серьезно было неожиданно, потому что я думала, мне может быть Миночкой прокачаться и так далее, так далее. Но в то же время нет, Миночка скоро повзрослеет, а как-то старой Миночкой играть сейчас не прикольно, да, потому что как-то резко бы она для вас постарела. В итоге я решила сейчас отыграть парочку дней, вот, и посмотреть, что же все-таки будет уже вместе с вами. Ну что ж, пупсы, мы продолжаем играть, и вот это наша небольшая маленькая лаборатория в подвале. Такая, да, вы могли заметить, где тут, собственно, все и происходило. Вот тут я говорю... А, нет, стоп, это твой багаж. Вот это ее багаж, это просто какая-то мусорка, я ее еще не чистила, тут очень много всего и вся. Вот, а также, как вы можете заметить, вот, пожалуйста, 3 дня нам до взросления. Какой ужас, правда? Ну ладно, сейчас мы капаем что-то ему на мозг. Ну так, надо же поговорить с человеком, а? Хотя, если честно, я до сих пор не знаю, как его воспринимать, насколько он клон. Или все-таки он для игры воспринимается как типа брат-близнец, то есть что-то в этом роде. Ну что ж, начинаю для него карьеру исполнителя. У нас никто не будет просиживать штаны дома. В конце концов, блин, будь я в Симсе, я бы ходила на работу с радостью. Особенно, когда там тебя забирают, привозят и все такое, да? Вообще супер. Ну что, ребят, нам очень уже скоро на работу. Я решила, что сегодня мы отправимся с вами на работу, посмотрим новую лабораторию. Я думаю, вам будет это очень интересно посмотреть. Она же такая классная. Там столько всего, что когда я это обнаружила, я подумала, блин... Это обалденный участок, вы просто, если играете в этот челлендж, вы обязаны скачать эту лабораторию, просто, в принципе, да, тут не обязательно, просто если вы играете ученым, вы должны скачать эту лабораторию, она такая классная просто. Так, мой прекрасный пупс, я думаю, тут вот, пока вот эта прекрасная вещь не закончилась, у нас испытание с Растаманом, я думаю, что все-таки стоит это сделать, потому что в первом, по правилам челленджа, в первом поколении нужно собрать полностью коллекцию. И я решила, в общем, таким вот небольшим макаром, в общем, воспользоваться этой возможностью и попробовать собрать коллекцию. Так, мы сейчас будем звонить нашей Холиде, чтобы она пришла по-быстрому. А, собственно, вот и она. Миночка, чуть не назвала ее Марго, находит капсулу. У нас этих капсул, должна сказать, дофигища. А почему он логику прокачивает? А использовать? Прекрасный мой, мы будем с тобой использовать кое-что другое. Мы будем с тобой прокачивать комедию. Вот сюда нам с тобой придумывать шутки. Пошли. Хотя у него там было, там рассмешить 5 человек, да? Короче, быстро звоним этой, блин, берем в оборот Холидей. Я что-то во всех летсплеях решила своих взять сейчас Холидей в оборот, потому что это очень классная вещь, это дерево. Хочу этим воспользоваться. В конце концов, немножко проворонила это испытание. Так, спасибо, спасибо. Я решила, что это... В общем, короче, у нас будет где-то тут стоять это дерево. Я думаю, оно сюда впишется отлично. У нас где-то тут... Ага, понятно. В принципе, да, не, место нам позволяет. Где этот пень? Пень. Офигеть, какой пень, а. Нет, ты посмотри, а. Вот же ж пень, а. Ну, в принципе, можно, конечно, потесниться. Блин, это только продать можно. Ладно, поставим пока здесь. Короче, плевать, у нас есть код, который, да, можно... Который работает всегда и везде. Это потрясающе, это отлично. В принципе, можно будет заменить или это дерево, например, или, допустим, вот этот.
Да, а может быть и где-то тут. Так что то дерево, которое здесь потом будет, оно очень шикарное, оно очень красивое. Хочу на память себе оставить, моя прекрасная. В общем, в принципе, можно подумать, возможно, предположить, что будут растаманы у нас и на работе встречаться, черт его знает. Но пока мы, во всяком случае, здесь находимся на участке, можно, в принципе, пока побегать, что ли, за ними. Ой, я знаю, ребят, вы, наверное, не хотите видеть этот геймплей. Господи, ну если честно, мне... Ух ты, господи, это чё такое? Ууу, да у неё там на башке корона ещё. Офигеть, какая модная чикса. Ух, ух, ух. Класс, летом в ботинках таких. Здорово, вау. Так, ладно, судя по всему, растамонов мы так и не дождемся на нашем участке. В конце концов, нам сейчас скоро на работу. Ух ты, а это наш коллега идет. Ты... А, так у нас тут автобус, у нас тут автобусная остановка рядом, что ли? Ой, какой милый ребенок. Только посмотрите. Рапунцель был написан, ее зовут. Рапунцель Гольд. Какое милое имя. Рапунцель. Так, работа через час. Теория пришельцев. Кстати говоря, в общем... Хотя я даже не знаю, стоит ли нам с нашими коллегами вести себя очень плохо. Или все-таки стоит повременить с этим. Пупс, как у тебя вообще дела? Я смотрю, он ничего, так приобщается к этому миру. Да уж, приодела я тут его. Да вы знаете, мне вот это интересно. Вот представляете, вот представьте себе просто клоном. Он же не проходит этап взросления. Вот что мне как бы вот интересно в данном случае. Но в то же время он будет стареть. Ой, у нас есть желание злиться на Мину, ты посмотри. Узнать получше и позлиться на нее. Но, к сожалению, у тебя сейчас не получится это сделать, потому что Мина сейчас уже скоро уходит на работу. Я думаю, кстати говоря, можно было отправиться на пробежку, потому что что-то пока мы тут переживали за вообще наши отношения и прочее, мы немножко растолстели. Это все тортики. Это во всем виноваты тортики, да. Что ты с этим поделаешь? Торты — это зло. Да, кстати, судя по всему, фигуру придется взяться вместе с Миной. И мне тоже. Да. Возьмем на... Господи ты, боже мой, какие девушки тут ходят. Это тоже чей-то из ваших персонажей, ребят? Ну, даже не знаю, серьезно, ребят, смотрите, какая красавица-то, ух ты, ух ты. Блин, а что-то я прям пожалела, что у меня тут мальчиков нету таких. Вау, у нас уже Нэнси хоть беременная. А мне, кстати, казалось, что лонграбов я тоже удалила к чертям. Нет, оказывается, они здесь. Давайте присоединяемся и посмотрим на новый участок. Ух ты, ежедневные опыты, добро пожаловать в лабораторию. Так, это у нас, по-моему, каждый день так и было, да? Ну что, ребят, зацените, вы могли ее в катсценке мельком только видеть, а теперь посмотрите воочию на этот забубенный, офигенный просто участок. Он очень огроменный, он очень загруженный, если обычно можно так назвать эти участки, но он, смотрите, какой клевый. Ух, блин, а главное, что все здесь очень продумано, а не просто напичкано, дабы, чтобы игра плохо грузилась. На самом-то деле нет, здесь очень все продумано, и мне, в принципе, это нравится. Здесь у нас находится, как, ну, не диспетчерская, да, основная лаборатория. Вот здесь у нас как некий склад, где вообще что только не складируется, иначе говоря, да, что там только не находится. А здесь очень интересная оранжерея. Вау, чувствую себя пальмочкой. Нет, обезьянкой, которая спускается по пальмочке. Вот, ребят, ну круто, да? Тут собранное растение не только со всего мира, но и со всей галактики. Да, уже за нас. Ну да ладно, в итоге я решила просто этим не пользоваться, да, не брать это во внимание. Вот, ну тут очень много уже, конечно, всего находится. Так, здесь наша вот основная, как я сказала, лаборатория. Вот там внизу есть немножко покусь-кусь-ням-нямкать. А самое главное, конечно, в этом участке это подвал. Только посмотрите, какой он крутой. Здесь явно лаборатория вот как раз именно черного, какого-то темного ученого, безумного ученого. Очень все круто выполнено. Ах да, вы, наверное, вот так вот еще не заметили. Самое главное в этой лаборатории это вот эта комната. Ух!
она ведет, сами знаете, куда. Но мы туда сейчас справляться не будем. Это сейчас не в нашей юрисдикции, иначе говоря, да? Изобрести рентген-массив. Чё, прям вот так вот сразу, да? Подправить компьютер. Фига себе, у тебя вещи есть. Подправить. Ну-ка, давай-ка попробуем. В конце концов, раз сели за ком, так давай-ка и поработаем. И подправим. Слушайте, ребята, а где тут вообще коллеги? Эй, коллеги? А чё я тут одна? А, нет, вон наверху. Вот оно что. Вот оно всё. А ну-ка, давай-ка попросим металл. Попросить металл. А, нет, это дать задание. Дать задание. Стоп. Где это было? Просить металл. Металл, кристалл, кристалл, металл. Попросить металл. Ага, и сменить одежду. Вообще, на самом деле, она очень любит пакостничать, поэтому... И особенно она очень любит управлять созданием других симов. Так, для праздника, в общем, выберем ночное белье. Ну, как-то так веселее, мне кажется, смотреть на симов в трусах, которые расхаживают по нашей лаборатории. Блин, на самом деле, нам бы сейчас изобрести вот это зелье, как оно там называется, там, для похудения, короче говоря. Вот, и быстро так худануть, потому что, я думаю, спортом все равно у меня не получится заниматься, слишком на это много времени уходит, а нам нужно очень быстро прокачиваться. В конце концов, за это время, за эти 10 дней, или сколько там я провела, неделя, я поняла, что в итоге, ребята, у нас абсолютно нет времени на всякую романтику, как ни странно. Хотя, опять-таки, мне казалось, что это на втором поколении у нас не будет особо никакой романтики. А нет, у нас уже на первом нету никакой романтики. Ну, ты все у него попросила? Все, что можно, нельзя? Изобрести рентген-сим, управлять сознанием. А, трех персонажей, извините. Блин, ну ладно, он не голый. Так, управлять сознанием для праздника. Тихо. Сейчас мы поболтаем с нашей пусечкой, с этой прекраснейшей железякой. Прекрасная железяка. Вот она, изверка. Вот абсолютно всех раздевает, ходит. Так, ладно, давай-ка пока с ним поговорим. Такое ощущение, что они зависли. Ну, такие, знаете, ой, блин, а что это сейчас произошло вообще? Ай. Вот милота-то. Такс. Тихо, дайте мне сфоткать эту беседу прекрасную. Серьезно. Жалко, что этому рентгеносиму нельзя имя какое-то дать. Например, какой-нибудь Фред. Ну, потому что у нас все по Фрейду. Так, кристалл. Кристалл. У коллеги кристалл. Так, я думаю, то, что мы ее раздели, это ничего страшного. Хотя, на самом деле, я смотрю, у нас не очень с ней показатели. Но, может быть, все-таки... Ой, это был металл. Неважно. Может быть, металл не даст, а кристалл даст. А ну-ка, давай-ка подойдем к ней. О, проверить сыворотку еще было. А, кстати, насчет сывороток. А может, у тебя правда есть этот... Панацея. Вылечить персонажа от любой болезни. Прикольно. Что у меня еще есть? Выпить сыворотку, чтобы персонаж рассердился. Не то. Стать кокетым тоже не то. Сыворотку. Вот, чтобы персонаж похудел. Еще не проверено. Хотя, правда, мы можем... А то и сдохнуть с вами. Дать персонажу синтетическую еду. Так, ладно, похвалим ее трудовую этику. И давай-ка сами займемся вот сыворотками. Подправить, провести опыт, синтезировать синтетическую еду. Вот, синтетическая еда, судя по всему, у нас реально сейчас нету в этом наличии, потому что там реально столько всего. И, судя по всему, реально уже так потерялось вообще, что там у нас находится. Мы хорошие, все, нечего с этим болтать. Изобрести рентгеносим. Я, кстати, на самом деле не знаю, зачем нам рентгеносим. Он уже, по-моему, у нас есть, да? Ну, реально есть. Я вообще не понимаю, зачем он нам второй. Обычный кристалл, обычный металл. Смотрите, мы даже спутниковую тарелку можем изобрести уже. Прикольно. Прикольно, хотя на самом деле я не очень хочу, не жажду, абсолютно не жажду встречами с НЛО. Да уж, я такая. Ой, оказывается, тут холодильник стоит? Прикольно. Серьезно, не знала. Я думала, придется бегать постоянно вниз, да наверх. Нет, здорово. Тут все рядом. Вообще продуманный, вообще да нельзя, просто продуманный участок. Давай, мой хороший. Давай. Потом попробуем с тобой изобрести рентгеносим. Жаться на личную жизнь. Ага, прям вообще. Жаться на личную жизнь. А после такого. Проверить сыворотку.
Нет, реально у нас нету этой сыворотки. Нет, все правильно. Иначе мне не показалось. Серьезно, уже отвыкла от этого геймплея. Все, сделала, создает сыворотку. Осталось ее испытать. Ну, в принципе, так как она нам не очень-то приятна, поэтому на ней и испытаем. Хотя я думаю, что все-таки мы уже более-менее с вами умеем. Я думаю, не зря мы столько времени прокачивались в конце до концов. Так, открытие у нас все готово, все сделано. Я уж над этим тоже постаралась. Вот, кровь из носа это была вообще прокачка. Мы почти не спали с ней. И благо, я прокачивала ей как угодно, чтобы у нее были вот эти баллы желания, чтобы купить ей... Ой, если я правильно помню... А, вот я предпринимателя ей купила, а то есть... А эрудита я не успела, да, еще купить. Я думала, купила уже. Не успела еще, ха-ха-ха. Куда пошла? Подожди. Возьми это. Все, отлично. Смешать сыворотку теперь панацея. Окей. Что-то как-то у нас народа, мне кажется, или мало, нет? А, вот, вот где наш ненаглядный тут сидит-то, а? Ну-ка, давай-ка мы с тобой тебя переоденем в ночное белье, вот так. Пускай мужчина будет ночной, девушки будут праздничные. В конце концов, да, нам девушки неинтересны. Ну согласись, господи ты, боже мой, нет, спасибо. Какую пахнущую сыворотку я пить не буду? Да ты такую же изобрела, небось. Ну что ж ты, вонючки они. Так, проверить сыворотку, тогда на тебе сделаем. Синтетическая еда. Милый друг мой, не откажи мне. Мы же с тобой не зря тусили вместе. И продолжаем, кстати говоря, тусить. Вау, какой милый у тебя наряд, должна сказать. Кстати, до сих пор, правда, думаю, он рандомный сим или нет? Или он все-таки ваш сим? Спасибо! Дать синтетическую еду получилось? Получилось. Выпить отдать непроверенную сырку. Блин, ну это было то же самое, вот абсолютно то же самое. Ладно, она хочет, чтобы я сделала сыртку панацея, да? Одна ромашка. Самое главное, что есть. Я не хотела заниматься садоводством, но меня заставляют заниматься садоводством. В итоге я поняла, что лучше, наверное, покупать, что ли, хотя мы так денег с вами не напасем. Правда, если наш пупс будет работать, а мы будем покупать каждый раз семена, там, я не знаю, или просто растения, ну, наверное, он просто не выдержит и уйдет в какой-то момент от нас. Скажет, ну тебя нафиг, а? Ты все мои деньги тратишь. Ну, что поделаешь, да, женщина, когда ученый, с этим тоже нужно мириться. Ну что ж, печь, подать ужин, быстро перекусим с вами. Хотя, думаю, ей не очень понравится. Давай попробуем приготовить в микроволновке обед. Кстати говоря, правда, что-то мы как-то быстро с вами справились. И давай-ка в таком случае попробуем с тобой вот это сделать. Приятный аромат, не-не, вот, сыворотку на похудение. Правда, давай попробуем с тобой ее выпить. Авось не сдохнем, а. Серьезно, я не знаю, какой от нее может быть эффект, как положительный. Ну, положительно подозреваю, но вот отрицательный реально не подозреваю. И надеюсь, он меня не испугает. Потому что вдруг она реально захочет там есть там или еще что-то. Или растолстеет. Давайте попробуем. Давайте, это очень ответственный момент сейчас. Ну-ка посмотрим, что с нами будет. Хотя, в принципе, мы не особо-то и толстые с вами. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. И... Нифига не получилось, кажется, да? Снижение веса. На поводке унитаза выпитая сыворотка. Господи ты, боже мой. Воспользоваться. Что? Что? О, господи. Тут еще этот унитаз новый. Так я не поняла вообще, мы похудеем сейчас с вами или нет? Слушай, серьезно, мне бы такую сыворотку, а? Вот прям вот сейчас? Господи, как мне этого не хватает, ребят. Она здесь растянет, я говорю... Что на микроскопе? Я читаю на микроволновке. Мы просто хотим есть. Вот почему. Да, это все, наверное, с этим связано. Душевно поговорить с этим Кагенатом. Блин, откуда это вообще имя такое? Я еще ни разу не слышала. Короче, она решила сразу вот эту штуку использовать. А, так она тут рядом оказывается. Анализирует растения микроволновки. Анализируйте образец растения. Михарыш, ты же это хотела сделать? Нет, а, был использовать. Неплохо, неплохо, давай, по-быстрому сейчас это все сделаем, потому что, в принципе, мы и так с тобой закончили. Я бы, серьезно, сейчас просто поела бы, да немножко это, совестно. Вдруг у нее, правда, какой-то показатель плохой будет, ей будет неудобно.
Серьезно, а где наш Марк прекрасный? Что-то сегодня он не пришел, что ли? Почему он сегодня не пришел, кстати говоря, правда? Управлять сознанием и заставить персонажа убирать. Ну, норм, это вообще наше любимое. Убирать. Так, даже... А, нет, Калиб тут. Калиб у нас здесь. Я бы тоже, честно говоря, его выкинула из игры. Так, серьезно, Марка почему-то я не вижу. Вообще не знаю, где у нас Марк. Судя по всему, вот так вот там. Они с Калибом как будто, знаете, как поочередно ходят. То он, то один, то другой, вот так. Ну, мне так кажется, потому что за все время работы мне казалось, что я одного встречала, потом другого. Ну что ж, управляй сознанием Симу, душевно поговорить. Где у нас этот Кагенат? Вот он сидит, он душевно поговорить, давай с тобой. Душевно поговорить. Душевный разговор. Есть. Взять образец персонажа. Вот на самом деле-то, по сути, да, зачем ей... Зачем ей образец ДНК? Вот вообще не знаю, зачем ей этот образец? Для чего он? Куда нам это потом... Куда мы вообще потом это денем? Вообще не знаю. А, так у нас ускоренное, естественно, понятно, в общем. Смешать испорченную сыворотку. Да блин, а. А, каким бы другом он нам ни был, он отказался от подобного. Ну и правильно сделал, действительно. Не зря этот вопрос задавал, да? Так, ну что ж, нам есть смысл до конца вообще сегодня? Или, а, ладно, давайте, не знаю, неважно, прокачаемся мы сегодня или нет. В конце концов, я все равно буду дальше прокачиваться за кадром, чтобы было как-то веселее, что ли. Да, кстати, вы мне правильно говорили, ребят. О, нет, получилось! Вот. Вовремя я наплевала, должна сказать. Вот что, договорю. Вы мне говорили вот здесь по округе побегать. В предыдущие 2 или 3 дня назад, короче говоря, да, я бегала здесь по округе, и то здесь столько всего валяется, реально здесь просто, ну, не оббежать, и, судя по всему, нам реально не хватит нашего возраста. Вообще нашего... Нам времени не хватит реально все это оббежать. Ну что ж, ребята, мы сейчас с вами получили повышение. Я так понимаю, что, скорее всего, да, это 6-й, да, уровень, нет? Серьезно, что-то понять не могу, не написано. Благо, у нас есть деньги, господи, ребята, 1 день отпуска. Окей, отлично, вот мы и дома с вами. Ну что ж, побежали. Кстати говоря, мне показалось, или все-таки сыворотка на нас подействовала? А ну-ка, давай-ка переоденемся с тобой в мой любимый наряд какой-нибудь. Вот этот вот. Мне так нравится. Реально, мне кажется, она... Ну, нет, что-то еще у нас... Попка большая у нас с тобой. Ничего, нормально. Большая аппетитная попка, это тоже хорошо. Поэтому давай-ка быстро поедим. Нет, нет, только не бутерброд на гриле, потому что я чувствую, мне там будет вообще что-то... О, господи, такое ощущение, что он от холодильника вообще не отходил. Все это время, ребят, это жесть. Забавно, забавно, должна сказать. Яичница с беконом? Так, нет, мы с тобой вегетарианцы, я забыла. Кстати, а он вообще согласен с нашей политикой тут, нет? О, господи, ребят. Кто-то, кто нам звонит? Вы хотите повышение? Нет, извините, ребята, мне тут... Я хочу личную жизнь тут немножко устроить. Давайте попробуем немножко поговорить на эту тему. И вообще, конечно, время подходит к концу. А что ты в туалет-то убежала? Бежала в туалет. Да, время подходит к концу, и думаю, на этом мы сейчас с вами закончим. Вот такая была маленькая водная, ну, грубо говоря, да, можно назвать ее даже водной серией, что у нас произошло за это время, и что теперь будет происходить дальше. Ты там где вообще? Ты там застрял в туалете, нет? Я смотрю, ему норм там кушать. Ладно, смеси, тебе еще потом неделя прокачки предстоит. Ну что ж, пупсы, я на этом с вами прощаюсь, ставьте пальчики вверх, я вас очень сильно люблю. До скорых встреч, пока-пока.